Реестр севастопольских городских кладбищ пополнился 13 мемориальными братскими захоронениями воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Такое решение приняли на заседании правительства 27 октября. По словам исполняющего обязанности директора Департамента городского хозяйства Андрея Сергеевича Чибисова, это позволит правительству Севастополя выделять средства на содержание этих территорий. Предлагаем добавить еще 13 кладбищ, которые будут носить статус мемориальные, закрытые для всех видов захоронений. Это братские кладбища воинов, погибших в ходе Второй мировой войны, которые мы выявили. Напомним, в Севастополе 46 кладбищ. 30 из них имеют статус действующих, 7 закрыты для новых захоронений, 9 кладбищ мусульманские. В этом году на содержание захоронений предусмотрено более 12 миллионов рублей.